Сегодня 25 февраля. И посмотрите, что у нас творится в Алмате. Сегодня столько снегу. Снегу навалило. Это вообще, я не знаю. Вон вся улица завалена. Я приехала, снега нет. Плюс 12. И вот оно что творится. Вот такие вот, ребят, дела. Вот сейчас еще во дворе сниму вам. Морозец такой, прям морозец. Ну, минус 7, по-моему. Ночью будет минус 14. Вот это я, видимо, с Америки привезла зиму. Ну, конечно, там никаких тюльпанов у нас еще и в помине нет. У нас все равно в Алмате поздно. 1 марта у нас обычно весна. Но я думаю, к 1 марта снег уже и подтает. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Это соседи. Это вид у меня с балкона. Вот такие вот дела. Воздух сейчас зато чистый, морозный такой. Супер, супер. А на второй балкон даже выходить не буду, мне кажется. Или ладно, выйду. Все, сейчас все ноги будут в снегу. Ой, мама дорогая. Показать вам свою машинку. Вот так вот она стоит. О, соседская овчарка. Как его зовут? Дронго, что ли? Вот-вот, соседская Юлка. Ну-ну, малыш, мой малыш. Вот такие вот дела. Смотрите, сколько снега. Для Алматы это круто, круто. Ребят, посмотрите, какая у нас красотища. Снег выпал. Привезла я снег, наверное, с Америки в Алмату. Так же говорят. Все, еду стричься. Солнечная, радуюсь солнышку. Хотя у нас морозец. Морозец, морозец. Но, видимо, я скучала по Алмате. Я скучала. Все, еду стричься. Фотку вы мою уже увидели. Какая я. Сейчас поеду. Посмотрим, что получится. Ну, скорее всего, обстригут по самое не балуйся. Не знаю, покрашусь или нет. Вот так, ребят.